утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Умывайся, Шишкин лес. Завтра соревнования по баскетболу. Я помню, помню. Ой, вдруг проиграем, а? Можем. Эти белочки такие шустрые. Слушай, а давай потренируемся, а? Прямо сейчас. А как? О, у еноточа на кухне есть корзина с яблоками. Правда, она не баскетбольная, но все равно подойдет. А мяч где возьмем? На что он, у белочек? Ну я же тебе сказал, корзина с яблоками. Вместо мячей будут яблоки. Ой, здорово ты, Зубок, придумал. Давай тащи корзину. Да, я мигом. Эх, хорошая идея. Ну и Зубок не зря капитан команды. Вот, вот. Так, яблоки на стол. Не попал. Вот так вот. Так, а корзину? Корзину я на этажерку приделаю. А я тебе помогу. Ну вот, Коксик. Баскетбольная корзина на месте. Можно начинать тренировку. Так, чур, я первый кидаю. А, ну ладно, начинай. Ага. Так, возьму вот это яблочко. Угу. Так, целюсь и раз. Ой, смотри-ка, попал, молодец. А, первое очко в кармане, первое яблоко в корзине. Кидай до тех пор, пока не промажешь, а потом я. Давай. Мимо. Ну что, теперь моя очередь. Давай, Коксик, желаю удачи. Так, а я возьму покрупнее. О, вот это красное. Итак, внимание. И раз. Ой. Ой-ой-ой. Что ты наделал, Коксик? А при чем тут я, Зубок? Это ты, между прочим, принес корзинку. Ну, вас-то, между прочим, разбил не я, а ты. Ну да, я. Да, потренировались мы с тобой. Смотри, что вышло-то, а. Ну что ж нам теперь делать? Ой, а давай убежим. Ха, правильно. Нас ведь никто не видел. Ага. Бежали, бежали. Я видела. Ой. А что это вы тут делали? А мы это, мы тренировались. Да, завтра ведь соревнования по баскетболу, знаешь? Знаю. Вот мы это, в корзинку еноточи яблоками, а вас... Ну мы нечаянно. А? Честное слово, нечаянно. Так, только ты никому, ладно? Дай честное слово, Веснушка. Даю. Ну что, побежали? Побежали, смотри. Куда? Туда пойдем. Туда. Да, тренировка по баскетболу в комнате. Вот придумали яблоками кидаться. Ой-ой-ой, ой, какой же здесь кавардак. Моя корзина с яблоками. Как она здесь оказалась? Ты, Веснушка, не знаешь? Не знаю. А, ну да, ну конечно. Это наши озорники натворили. Кому же еще? Это не они, еноточ. Не они. Значит, ты. Я? Нет, это не я. И не ты, и не они. Но кроме вас в доме никого не было. Это кто же? Это я, еноточ. Ты? Да нет, нет, не может быть, Веснушка. Вообще-то как-то все это странно. Это я, еноточ, я. Ох, не ожидал я от тебя такого. Ох, не ожидал. Нет, ну это ж надо было придумать яблоками кидаться. Еноточ, привет, еноточ. Здравствуйте. Вы посмотрите, какое тут безобразие Веснушка учинила. Ну, прям трам-тарарам какой-то. Да, я тебе говорил, Веснушке попадет из-за нас. Еноточ, это не она. Ну, а кто ж тогда? Это мы.
У нас завтра соревнование по баскетболу. Вот мы и решили потренироваться. Ну да. На яблочках? Потренироваться? Ай-яй-яй, как нехорошо. Нехорошо, но Веснушка все видела. И мы взяли с нее честное слово, что она не расскажет никому. Понятно, понятно. И Веснушке ничего не оставалось делать, как соглашаться. Веснушка поступила как друг. А вы с Коксиком как поступили? Ну, разве можно было с друга брать честное слово в таком нечестном деле? И потом, ведь всем давным-давно известно, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот-вот, сами все знаете. И что же надо было делать, еноточ? Ну, во-первых, запомните, яблоками вместо мячей играть нельзя. Во-вторых, нужно было всем вместе навести порядок. Признаться, что вот вазу случайно разбили, и извиниться. Только и всего, тогда никому не пришлось бы говорить неправду. Да, история. Все раскрылось, только плохого стало вдвое больше. Ну да, Веснушка, ты прости нас. Да, прости. И ты, Еночь, прости. Прости, мы теперь будем говорить только правду. И я. Ну вот, во всем разобрались. И я этому очень рад. Ну что ж, будем прощаться с ребятами и наводить порядок. Ну да. До свидания, ребят. До встречи. До свидания. Всего вам самого доброго, ребятки. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.